В Ливии силы верные Каддафи после многочасового боя отбили у повстанцев контрольно-пропускной пункт на границе с Тунисом. Ополченцы, преследуемые правительственными войсками, были вынуждены бежать в Тунис. Таким образом, армия восстановила частичный контроль над границей, через которую вооруженным формированием оппозиционных сил поступает помощь и переправляются на лечение в лагеря Красного Креста и Полумесяца раненые. Повстанцы говорят, что как никогда нуждаются в поддержке. Где НАТО? Где же они? Где журналисты, репортеры, восклицает этот боец. Полчаса назад Каддафи обстрелял нас ракетами со всех сторон. Ожесточенные бои между силами оппозиции и сторонниками Каддафи также шли в районе пустынного оазиса Куфра на юго-востоке Ливии, расположенного в 100 километрах к югу от Бенгази. Повстанцы пока по-прежнему удерживают в руках Мисурату.